Палеонтология, являясь сборной наукой, сочетая в себе части таких дисциплин, как геология, биология, география, а с некоторых пор знания генетики и многих других, сама по себе является крайне неточным предметом, в основном из-за скудности палеонтологической летописи и неполного понимания эволюционных преобразований, скрытых не только под вековыми геологическими слоями, но и замаскированными разнообразными конвергентными сходствами тех или иных живых организмов. И вот одной из таких палеонтологических проблем стало изучение ценодонтов, где развитые группы этих животных, обитавших с начала триаса, изучены вдоль и поперек, в особенности их эволюционный переход в млекопитающие. Но с другой стороны, положение стволовых видов ценодонтов исследовано крайне слабо, а их непосредственное происхождение вообще окутано мраком. Однако человек, который также является крайне развитым ценодонтом, рано или поздно решит и эту проблему. В особенности, если будет направлять развивавшийся миллионы лет разум на прогресс и созидание, а не на всеобщую деградацию и самоуничтожение. И так уж вышло, что пока одни люди предпочитают запускать ракеты не в просторы космоса, а друг в друга, другие, их современники, не поддавшись социальному дарвинизму и повальному шовинизму, продолжают двигать человечество в пока еще возможное светлое будущее. Привет, синапсиды! Меня зовут Даниил, и это канал «Помни о предках. Палеонтология». И сегодня за основу ролика будет взята всего одна работа, правда наполненная непосредственно данными, накопленными за многие годы изучения этой проблемы и вышедшая в печать вот буквально в январе этого года, где совместными усилиями интернационал ученых из Германии, США и Южной Африки, вооружившись передовыми знаниями и технологиями, в значительной мере рассеял туман над происхождением наших непосредственных предков – ценодонтов. Об этом и поговорим. Поехали! Итак, в последние десятилетия выдвигались две основные гипотезы происхождения ценодонтов в конце пермского периода. Первая предполагала параллельную эволюцию с тероцефалами от одного общего предка, что не очень коррелировало с появлением первых находок тероцефалов в слоях, датированных несколькими миллионами лет раньше, чем появление самых первых ценодонтов. Но даже в этом случае гипотеза имела право на жизнь, ввиду все той же неполноты палеонтологической летописи. Второй же вариант указывал на эволюцию ценодонтов непосредственно из какой-либо группы тероцефалов, и в качестве таковых в последние годы указывалась группа вайтсииды. Ну вы помните, все эти мосхоувайтсии, веткозухи и непременно ядовитая мегавайтсия. Собственно, по поводу решения этой проблемы, коллектив, возглавляемый Луизой Пуш, и собрался, дабы провести исследование, взяв за основу информацию о 20 таксонах эутериодонтов с четырьмя тероцефалами, как ликозух, аллопекогнат, оливиерозух и териогнат, а также 16 ценодонтами от базальных харасогната и адаладона до вполне развитых триасовых болотриадона и триноксодона. Важным критерием изучения данных экземпляров было наличие данных компьютерной томографии о них или возможность провести таковое исследование. К сожалению, из-за международной обстановки полноценно включить в исследование очень важную находку, известную нам как Двиния Прима, не получилось, поэтому ее упоминание присутствует лишь в кладограммах.
Как бы то ни было, исследователи решили применить комплексный подход к данной работе, рассмотрев как непосредственную морфологию и уже известные ее критерии, так и вывести несколько новых нормативов, в основном в строении краниального скелета этих животных. Во внимание принимались как уже классические критерии в виде строения непосредственно окаменевшего костного материала, так и относительно передовые, в виде строения верхнечелюстного, слезного, скулолицевого каналов, верхнечелюстной пазухи, костного лабиринта внутреннего уха и, конечно же, эндокаста головного мозга. По итогам проведенных исследований были выполнены 7 филогенетических анализов с различными критериями соответствия, окончательные выводы которых и легли в итоговый результат исследования. К сожалению, даже эти критерии не удалось учесть полностью, ввиду объективных причин, как сильная деформация некоторых находок и неполная фоссилизация черепной коробки у терацефалов, из-за чего эти данные в исследование не пошли. Вот как было бы хорошо, если бы искусственный интеллект научился реконструировать первоначальный вид животных по деформированным остаткам и критериям сжатия почв залегания, а не рисовать очередных кошка-жена-монстров, выдавая их за смелодона. Но если аналог Скайнета не решит уничтожить всех человеков в будущем, кто знает, может быть, мы доживем и до этого светлого момента. Если рассмотреть те или иные исследования, используемые в работе по отдельности, то налицо будет присутствовать отличная иллюстрация мозаичной эволюции. К примеру, при исследовании эндокаста мозга мы увидим образец консервативного развития этого органа. Так, головной мозг терацефалов практически не будет отличаться от такового как у эпиценодонтов, так и у большинства эуценодонтов, как по коэффициенту энцефализации, так по структурам и строению. Качественные изменения, как исчезновение пинеального отверстия и опускание шишковидной железы, а также возникновение крупных мамальных обонятельных луковиц и разделение переднего мозга на полушария, можно наблюдать только у двух из исследованных 16 таксонов – гомфодонтного траверсодонтида бореогомфодонта и базального пробоиногната лумкуи, которые не то чтобы слишком уж близкие родственники, но судя по тому, что обе эти группы эуценодонтов просуществовали практически весь триас, то напрашивается вывод, что подобные эволюционные изменения мозга стали попросту необходимостью в связи с меняющимися внешними условиями, что в итоге и привело к появлению настоящих млекопитающих. А вот строение сошняка, верхнечелюстной и нёбной костей за некоторыми вариациями показывает возникновение и эволюцию твердого костного нёба, которое пришло на смену мягкому нёбу и вероятным кератиновым наростам, окончательно решив проблему одновременного дыхания и поглощения пищи, что косвенно указывает на повышение уровня метаболизма у ценодонтов. Эволюция же костного лабиринта и верхнечелюстных каналов оказалась в значительной степени вариативной, что может говорить о конкретных приспособлениях тех или иных видов под определенные внешние условия. Но при всех проблемах, связанных с мозаичностью, а также присутствием в значительной мере следов гомоплазии, авторам удалось описать более 50 новых признаков, по которым теперь можно проводить сравнительные анализы при описании ценодонтов. Помимо основной задачи, поставленной исследователями в начале работы, им удалось решить и некоторые другие, где наиболее значимыми стала парафилетичность терацефалов и объединение эутерацефалов и ценодонтов в единую кладу. Таким образом, по мнению автора всего труда, терацефалы разделились на две независимые группы, как базальные терацефалы и эутерацефалы, практически сразу после своего появления, где из последних эволюционировала ветвь ценодонтов. Таким образом, самыми близкими к ценодонтам терацефалами оказались все те же вайтсииды с териогнатом,
а самыми базальными ценодонтами стали харасагнатиды. Естественно, это не значит, что именно эти животные вот прям родные братья. Однако по ряду признаков это действительно самые близкие родственники в классическом представлении этих групп. Ведь если гипотезы авторов данной работы будут приняты научным сообществом после проведения параллельных исследований, то как минимум клада терцефалов станет невалидной и придется как-то решать данный вопрос. Что же касается филогенетических анализов и построения кладистических деревьев, то здесь авторы также сделали некоторые новые выводы, как то выделение группы галлизавры в отдельную ветвь, когда ранее их причисляли то к проценозухидам, то делая близкими родственниками тринаксодонтид. В итоге же галлизавры просто обладали рядом конвергентных признаков, как уплощенные ребра и строение кисти. И такая гомоплазия вводила ученых в заблуждение длительное время. Однако новые данные уверенно выделили данную группу, и на минуточку галлизавры – одни из немногих ценодонтов, переживших перм-триасовое вымирание. Другие же данные подтвердили гипотезу близкой родственности тринаксодонтид и эуценодонтов, куда входят развитые ценогнатиды и пробоиногнаты, показав, что несмотря на конвергентные сходства с галлизаврами, тринаксодонт сотоварищи – сестринская группа для самых успешных ценодонтов. В общем, данная работа в очередной раз показала, насколько применение современных технологий полезно для палеонтологических исследований, и ими не стоит пренебрегать, по крайней мере, если таковая возможность существует. Ведь простое разглядывание и сопоставление размеров и форм окаменелых костей не может дать понятие о строении таких органов, как мозг, внутреннее ухо, назальные пазухи и прочие отверстия и неровности, оставленные нервами и сосудами. И как показывает практика, именно эти критерии могут стать подспорьем в правильности ответов на вечный вопрос человечества. Откуда мы появились? Вот только пока люди будут подчиняться правилам, созданной их же цивилизацией и системе, нацеленной на обогащение единиц, занявших место наверху, за счет миллиардов, выживающих в самом низу социального пирога, пока ни в чем не отказывающая себе верхушка будет сталкивать лбами тех, кто снизу, указывая на такие незначительные отличия среди людей, как язык, культура, цвет кожи и тому подобное, наука, и не только палеонтология, будет получать лишь крохи с барского стола в надежде, что кто-то разрешит попользоваться все тем же треклятым томографом. А человечество продолжит прозябать в мракобесии так называемых традиционных ценностей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В связи с все большим затягиванием гаек, подпишитесь на канал в телеге, я постараюсь в ближайшее время наладить там обратную связь с подписчиками. Поддержите канал на Boosty и DonatePay. По сути, канал живет только за счет вашей помощи. Берегите себя и, конечно же, помните о предках.